Всем привет! Вы на канале Галери Табак. У нас сегодня прокур. И, кстати, ни один обзор на must-have мы не снимали. Сегодня вот у нас must-have. Вкус Violet. В принципе, расскажи, что тут содержится. Какой табак? Из чего он делается? Как да, начнем с must-have. Это действительно первый выпуск у нас вообще. И неспроста мы не снимали выпуск на must-have. Планировали только, но мы съездили на выставку в Питер. Лаунж и шоп бизнес метап. Приехали совсем недавно. Вот, и новиночка, естественно, откуда спросите? Вот оттуда получили новиночки от must-have, новый вкус, Violet. Вот так это все выглядит. Новое обновленное меню с новыми вкусами, которые только выйдет. Но давайте подробнее чуть об этом вкусе, а потом в целом по продукту расскажу. Violet, да, еще раз. Экзотический сливочный шейк с нежным вкусом черники, свежестью золотой дыни, приправленный пряным ароматом специй. Действительно неплохо, ну давай, твое мнение о данном. Честно сказать, вот, наверное, года два назад я только must-have курил, потому что, как и мы и ранее говорили, наверное, один из первых must-have, кто начал делать вот такие шайбочки, да, в принципе. Он первый. Ну вот, он первый. Естественно, как и все топы, я курил в основном только Пинкман. И одна забивочка, удобно, ничего не остается, если что-то даже осталось, выкинул, не жалко. Естественно, конечно, упаковка удобная, но не экологичная, но это отбросим. Первый момент. Must-have очень хорошо, в принципе, накуривает, и когда я только познакомился с этим продуктом, мне его тяжело было курить, его я не мог правильно забивать, потому что табак, честно говоря, в принципе, очень жаростойкий, но у него есть свои капризы. Если перегреть, его тяжело остудить, в принципе. Вот. Так как я курил в основном Pinkman, Pineapple Rings, это ананасовые колечки, в принципе, мне хватало. Сейчас я могу сказать то, что must-have вообще давно не курил, так как курю в основном уже Бонча и остальные сигарные табаки, то этот вкус мне зашел. Никакой химозы, но дыню я чувствую прям на выдохе, на послевкусе, но прям ярко выражена черника с такими специями, и это как-то для меня необычно. Вот, поэтому я сейчас прокурю, поделюсь и передам, может, ту, которую. Да, вот дыня, она на выдохе. Вот. Попробуй, Артур, и скажи свое мнение. Ну, я его курил уже несколько раз на выставке, опять-таки, поэтому для меня это не в новизну. Да, нотки есть, яркая черника достаточно. В общем, что, да, must-have, давайте подробнее чуть про продукт. Вообще, сленг у них такой, вкусный, дымный, в меру крепкий табак с гипернатуральными вкусами. В принципе, так и есть, когда куришь, аромки действительно яркие очень. Табак у нас где производится? В Брянской области, на Погарской фабрике, там же, где и... Черноземье. Где производится много других продуктов, в том числе для сигаретной продукции. Большая фабрика, там же до недавнего времени был Daft, но теперь там остался один must-have, и они уже там давно довольно-таки. Да, ребята действительно первые придумали граммовку, 25 грамм, это ребятам большой вообще респект. Раньше как? Все помнят, что граммовки были от 50 до 250 грамм. Что невыгодно, да? Ну, естественно, конечному потреблению невыгодно один вкус брать большую граммовку и курить ее. Здесь же решение вот такое появилось, оно года, наверное, 3-5 лет назад. И хорошо, цена, что цена? РЦ 200 рублей за 25 грамм, за 125 грамм большая шайбочка, 850. Приятный ценник, в палитре... У must-have более 70 вкусов. Вот. Сырье здесь Берли из 7 стран. Масс-маркет, естественно, топ-2 продукт по продажам после ДСК. Можно влезу, извиняюсь, пожалуйста. В принципе, почему масс-маркет? И я более чем уверен, маркетологи must-have очень хорошие, потому что есть такая алкомаркет у нас в Башкирии, очень много, с Челябинска прошло красно-белое, и как раз-таки вот эти шайбы must-have, они прям пролезли туда, да, топ-вкусы. И толкают они, в принципе, поэтому, наверное, это топ-вкус.
вернее, извиняюсь, не топ вкуса, а топ табак в том плане по продажам, потому что маркетологи все-таки протащили этот табак в локотеку красно-белый, он находится в каждом районе города Уфа, прям на районе, наверное, магазинов 15, на каждом шагу прям. Вот. И тем самым, что люди делают? Покупают алкоголь, покупают какие-то бытовые продукты, там водичку, шоколадки, сигареты, и, естественно, всегда на кассе в паре. Хотите покурить, вот у нас есть Москва. Ну да, в Уфе только, насколько я помню, более 200 магазинов красно-белого. Представляете, 300 магазинов, ну, это действительно очень много. КБ, да, действительно, продается в Москве в КБ буквально 6-5 топ-вкусов. Я считаю, что это не совсем правильно. Но у них, конечно же, долгосрочный контракт у Москвы с красно-белым. Вот. Это немного ударяет по рынку кальянной индустрии, потому что ребята именно КБ продают у себя, а не в кальянной индустрии, не в магазинах там, да. Вот. Но это другой вопрос. Они уже и до этого были популярны. Здесь просто это дополнительная популярность им дало. И в таком ключе. Кстати, хочу напомнить, что мы у себя в телеграм-канале уже разыграли буквально несколько дней назад персональный муштучок Must-Have и вот такую баночку неоткрытую 25-граммовую Виолетта. Напомню, этого вкуса еще нигде нет в продаже, когда он появится, мы не знаем. Но ребята, те, кто участвовал, выиграли такой вкус уникальный, который, ну, наверное, в скором времени выйдет, но еще его нет, и они уже первые попробовали. И мы таким образом людям дали возможность попробовать продукт, оценить, и вот. А что еще? У них также два вкуса выходят в будущем. Purple Pool, Tipsy, вот такая менюшка, очень клевая, обновленная. Коктейль прям, коктейль. Здесь меню. Есть подразделение, какой вкус к какому варианту относится. Забивочка, естественно. И ароматика, что и как с чем вообще. Ну, то есть ребята по маркетингу поработали очень хорошо. И в целом, да, я остался этим вкусом доволен, необычный микс, история такая из миксов, хорошая. Ты что можешь сказать вот после прокура там 50 минут, как вообще раскрывается, да и не раскрывается? Да, уже более слаще стало, смотрите, мы как обычно разогреваем на трех углях, это у нас тут убивашка, в принципе, от облака, и третий уголь, я считаю, уже лишний, потому что чувствую то, что гарик появляется, поэтому на двух углях вы можете уже полностью кальянную сессию докурить. И уже в конце, за 10-15 минут, третий уголек поставить, их расшевелить, и будет нормально. Поэтому курим только на двух углях, и это будет вполне вам хватать, это будет накуривать. Естественно, если вы курили, наверное, и курите Must-Have, это, ну, хороший, качественный продукт по стоимости 200 рублей, это более чем адекватно. То есть взяли две пачечки, допустим, на облако, если забили даже, то на три покура по сути хватит, да, если 50 грамм, 2 по 25. Ну и плюс ко всему, прям яркий вкус, если любите пинкман, вам этот вкус очень зайдет. То есть то, что его нужно попробовать, это 100%, это будет, ну, входить в топ вкусы, то есть и увидим в том же КБ его в любом случае, потому что это новинка. А новинка — это, как обычно, что-то новое, хорошо. Давайте, да, вкратце расскажу. Кстати, у них сигарки нету? Нет, у них есть интересный вкус. Burley Bass — это, получается, база, безаромка, база, ну, листа Burley, который используется в основе. Давайте быстренько топ-вкус скажу. Естественно, это Pinkman, Raspberry, Rocket Man, Kiwi Smoothie, Tropic Juice, Space Flower, Rum, Strawberry Lychee, Berry Hoss, ну, Pineapple Rings, Melonade. Все эти вкусы у нас есть в маркете, естественно, в галерее табака. Поэтому все это у нас есть. Я думаю, на этом можно закончить. Такой небольшой обзор на Must-Have. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Естественно, в дальнейшем мы будем разыгрывать всякие плюшки, ништячки для вас, для подписчиков в нашем YouTube-канале. Оставляйте свои отзывы, оставляйте свое мнение. Ну и приходите в наш маркет в город Уфа, Космонавтов 7. Всем спасибо. Удачи.